Здравствуйте! Позвольте представить 8-миллиметровую кассетную кинокамеру Wollensack модель 73. Камера производилась в США в 50-х годах прошлого века. Более точную дату производства мне установить не удалось. Камера оборудована тремя объективами, установленными на поворотной турели. Для различных условий съемок камера имеет два встроенных фильтра – красный и против дымки. При установке красного фильтра в видоискателе появляется флажок с буквой «А». Камера позволяет производить съемку на пяти скоростях – 12, 16, 24, 32 и 48 кадров в секунду. На боковой стенке расположен регулятор фокусировки, который позволяет устанавливать дистанцию до снимаемого объекта от 0 до 25 футов. Под турелью находится регулятор диафрагмы. Этот регулятор имеет несколько различных шкал. Можно напрямую устанавливать диафрагму в диапазоне 1,8 до 16. Другой вариант – установка по освещенности. Для этого на дополнительной шкале надо выбрать частоту кадров, поскольку это влияет на экспозицию, а затем выбрать освещенность. Как уже было сказано ранее, пленка в камеру устанавливается в формате кассеты. Это очень удобно, так как значительно упрощает процесс установки пленки по сравнению с бобинным вариантом. К сожалению, самой кассеты в моем распоряжении нет. Камера попала ко мне в нерабочем состоянии. К тому же я обнаружил, что кто-то уже пытался отремонтировать ее и неправильно установил некоторые части. В результате механизм был намертво заклинен. Хотя я и привел механизм в нормальное состояние, но отремонтировать камеру мне не удалось из-за механического износа. Стопорный механизм не удерживает пружину при заводе и при определенном натяжении самопроизвольно срабатывает. Впрочем, я не очень расстроился, поскольку вряд ли буду когда-нибудь снимать на эту камеру. А с точки зрения музейного экспоната, камера выглядит вполне прилично. Спасибо!